Попорчим. Значит, бежим очень активно. Судя по ветру, ветер у нас не сильно прям хороший. Анатолий, да? Canyon or start point? No, start point, like every time. Near to gondola. Near to gondola. А руки у меня вот так должны быть? Я же бежать буду вот так. Да, ручки у тебя вот так должны. То есть не двигать ими, бежать только ногами. Нет, ты можешь двигать руками, но... Чтоб не упали вот эти. Они у тебя зафиксированы, как ты будешь двигать? Ты же понимаешь, да? Ну да. А камера, она включена? Что говоришь? Камера, она включена? Конечно, включена. Привет, Гаури, Грузия, Анатолий. И как зовут тебя? Привет, я Аня. И Анечка. Сашка, не убивай меня. Когда скажу раз, два, три, мы побежим. Отходи подальше, мы всегда бежим, да. И бежим вниз, пока бежите. Бежим, пока не скажу. Если я тебя остановлю, ты остановишься. Принцип такой. Страшно. Готова? Да. Ну, побежали. Тяни меня. Тяни, посмотри, все. Хорошо, давай, давай. Тянемся. Тянемся. Сейчас села. Села, значит, села. Как самолет, разгоняющийся, начинает тормозить сам взлет. Нельзя, уже классно заканчивается. Посмотри направо, справа у нас корочка. Ну так вообще не страшно. Ну что, ну страшно такое? Страшно. Заходишь в ситуацию немножко, скажешь, я покручу. Вот так я просто здесь. Откуда, Аня? Из Минска. Минск, Беларусь. Ковер сделали хороший. Да. Другой сет сделаем ниже. Хорошо. Прямо? А я тут мой капюшон спрятать. О, хорошо. Сейчас в Москву. На лыжах, на горке? На лыжах. Ну, я средне катаюсь. Мы на самом деле уже несколько сезонов в Буковеле откатали. А как Буковель катать? В прошлом году были в декабре, но здесь тоже было очень много снега в декабре. И было очень здорово, вообще идеально. Ну, я бы сказала, что в Буковеле получше организация курорта работает. Там как-то так. Там трассы готовят каждый день. Дело в том, что... А сейчас что говорят? Там снег есть, нет? Буковели да. Насыпали, но вроде был снег. А там? Там работают пушки постоянно. А здесь пушки постоянно? Да. Вы уже второй год стоят, поставили, чтобы не сбивали. И причем там работают пушки, и они этот снег развозят по всем трассам еще. То есть там есть такие, которые они просто много-много насыпают. Ну,
Да. И они потом... Нам вообще в Буковель же близко. И там куча всяких, да, даже автобусных туров. То есть получается, да, даже в два раза дешевле, чем здесь, в Буковеле. Которая тут помягче, здесь снег. Сюда. Мне кажется, там без снега больше, как мне одна клиентка сказала. Говорит, выбирай ту, которая побольше снега. Все хорошо. Мне понравилось. Спасибо. Гудаури, друзья, Анатолий. Приезжайте, Аня. Анечка. Приезжайте. Аня, приезжайте, будем рады вас заморозить. Полетать с вами. Пока-пока. Все, выключайте. Анатолий. Температура. Привет, Саша.